Привет, друзья! В этом видео покажу, как пополнить карточку Сбербанка с карты любого другого банка. Смотрите, заходим в приложение Сбербанк Онлайн с телефона. Далее нам нужно нажать на свою карту, которую мы будем пополнять. У меня это Visa Classic. Здесь нажать на кнопочку «Пополнить». Здесь нужно выбрать, откуда я буду пополнять. У меня автоматически стоит подушка безопасности. Я нажимаю на нее и нажимаю с карты другого банка. Вот здесь я ввожу номер карты, любой там номер карты. Совершенно, например, введем, да. Ввожу месяц, год, СВВ-код, который находится обычно сзади карты. Ну, у Тинькофф он находится впереди карты. И нажимаю «Продолжить». Все, у меня вот здесь вверху появится, где вот сейчас написано «Списать со счета», у меня появится эта самая карточка. И счет зачисления должен стоять тот счет зачисления, куда вы хотите, чтобы зачислились деньги. Ну, у меня это будет Visa Classic. Сумму в рублях пишите, например, это 5000 рублей. И нажимаете кнопочку «Продолжить». Вот так легко можно пополнить с карты любого банка карту Сбербанка. Спасибо за просмотр. Если видео для вас было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на канал, пишите свои вопросы в комментариях. Я всем отвечаю. Всем удачи. Пока.